Студентка Щелковского колледжа Евгения Песня победила на региональном чемпионате «Обилимпикс» компетенции флористика. Теперь девушка представляет Московскую область на национальном этапе соревнований. Само участие в конкурсе на таком уровне уже маленькая победа. Однако преподаватели Евгении уверены, у студентки есть все шансы показать наилучшие результаты в этот раз. Появляются силы, вдохновение идти дальше. Надеюсь, что в этом этапе мы одержим только победу. Всего же в профессиональном мастерстве по флористике соревнуются участники чемпионата из 13 регионов страны. В этом году «Обилимпикс» проходит в дистанционно-очном формате. В аудиториях, где участники выполняют задания, установлены видеокамеры. За всем происходящим наблюдают эксперты чемпионата в центральном штабе. В каждом регионе именно вот дистанционный такой формат происходит по камерам. Штаб находится в Москве, «Обилимпикс», там сидят эксперты, которые отслеживают. Но это, естественно, не один человек, несколько экспертов, которые разделены по регионам, и они за нами наблюдают. Достаточно все очень строго. Нельзя говорить, нельзя лишним неаккредитованным людям появляться на площадке. Все эти правила установлены для того, чтобы участнику ничего не препятствовало выполнить задание. Настроиться на творческий процесс и отбросить волнение Евгении помогло и то, что проходит этап соревнований в стенах ее родного Щелковского колледжа. Девушке, как и другим участникам национального чемпионата, необходимо составить композицию из цветов и декоративных элементов, а также букет, сразу два модуля. На выполнение каждого отводится по 2 часа. Экспертам чемпионата предстоит определить лучшую работу, оценив ее по фото и видео. Победители же смогут попасть в национальную команду «Обилимпикса», представляющую страну на международных соревнованиях профессионального мастерства. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.